полуостров рыбачил. Нормально же тебя слышно? Даже лучше было дружеское. То есть мы расслабленно задавайте, прикрикиваете. Ну, микрофон все равно будет. Чего? Да нет, мне пофиг. Но. Да. Главное, чтобы было на живое общение, потому что я не люблю, когда начинается там что-то рассказывать, истории какие-то красивые, некрасивые. Ну, там на живое видно, надо все видеть. Можно видеть. Ну, я ездил на мотоцикле в 2011 году, полуостров рыбачий, там очень много делают таких туров, что ты можешь взять там велосипед, поехать на каком-нибудь там, не знаю, джипе, как там делали, все. Ну, может, да, на квадрике. Там просто 200 километров, примерно, бездорожья от Мурманска самого, немножко как бы проехать, а так как бы там весело. Ну, только летом ехать. Там сухой сезон, ты подсказал, потому что там броды есть. Да, да. Ну, мы как бы летом ездили, где-то в августе, это конец лета. Я бы не сказал, что он самый такой комфортный, потому что даже если взять ту же самую Россию, за Уралом уже как бы август не самое лучшее время. То есть, например, как я был на Байкале в 2017 году, и, например, ночевать уже на острове было холодно. То есть надо уже на мать, там, и спальни, что-то такое. Но... Вот. Давайте, разгоняемся, друзья. Про что сразу начать? Кому что интересует вопрос самый главный? Что, сейчас в каком городе на визу подавался? Я не подавался на визу. Почему-то люди все думают, что у меня закончится виза. Так как я гражданин России, да, то есть мне дают визу сразу на 3 года, и моя виза заканчивается только в мае месяце. Но чем интересна американская вообще визовая система и вообще виза тем, что у меня паспорт заканчивается в апреле, а виза заканчивается в мае. То есть, вот сейчас на данный момент у меня паспорт аннулированный, в котором наклеена виза американская. Но она является действующей. Таким образом, я еду по своему новому паспорту за границу, въезжаю в страну, а тот паспорт просто показываю все, и он является как бы основанием. То есть, даже на данный момент, если ты просто вырвешь эту страницу с визой, то она является... То есть, визу приносить не надо на паспорт новый? Нет, нет. Перенос американской визы не нужен. Как и, например, я не знаю, как европейский, я просто не знаю, насколько как белорусский паспорт остается у вас. Вот. У меня все мои. Российские же загран, там два штуки, да? Ну, отдельно, да, у меня вот уже, например, 3-й загран паспорт, который я уже сделал сейчас. Но я уже сделал биометрический, у нас есть еще в России биометрический, который дается на 10 лет. Этот паспорт у меня на 5 лет, так, не каждый 5 лет. Там единственное, что минус, у него увеличено количество биометрического листов, поэтому немножко дольше ты можешь использовать. Штампы ставят печати. То есть это потом возникает реально главная проблема. То есть не хватает места просто, чтобы поштамповать. Я уже начинаю открывать это большие визы. Есть некоторые страны, вот наши, вот, они хорошо, они ставят штампики, они сверху начинают красиво. Там, например, латинос, а я ему вообще пофиг, куда угодно. Там 3-4 штампа поставил, коряво все, и уже чувак новый не хочет ставить чуть ниже. И получается, он другую страницу опять начинает бомбить. Ты уже не будешь там просить какой-нибудь офицера, там чувак говорит, здесь поставь мне этот штамп. Могут начинать его делать, поэтому если как-то... Творец надо, вкладываешь, продаешь. Ну, бывает. Я когда-то видел эту картинку интересно на Инстаграме, что там люди там типа сделали из разных штампов разных стран, типа джипика. Мне кажется, это нереально. Это просто было что-нибудь на компьютере набомбить и все только распечатать. Потому что смысла... Ну, не захотят этого делать. И будут как-то проще сделать, поставили, пошел. А вообще, какая у нас тема разговора была, чтобы мы жили? Путешествие, да, да. Путешествие, да. Или нет? Можешь прокручивать этот разговор? Что тебя интересует за квартиру? Очень жалели себя, когда туда фишерлендинг мне попадал в квартиры. Ну да, каучсерфинг это, конечно, крутая тема, и благодаря ему ты, конечно, можешь путешествовать бесплатно, дешево, тебя накормят, накормят, если делаешь красивый глаз. Но есть своя черная сторона каучсерфинга, да. Я сталкивался с этим, и, к сожалению, с людьми нетрадиционной ориентации это есть проблема. Они не понимают, там, что там, как, и начинают бывать есть. Хоть при этом, кажется, это вроде такой не маленький дядька, и какой-нибудь уже азиат, там, порос меня пытался, ну не порос, а один раз меня пытался, но потом пришлось уйти. То есть это было очень забавно, когда у тебя с утра такой, чувачок, доброе утро, и хватит тебя. Это не есть приятно. Но прикол в том, что ты не можешь летом ничего сделать. То есть, как бы, в наших понятиях хочется же ему как бы сесть, там ударить, что-нибудь сделать, изничтожить, но в итоге ты становишься в таком шоком состоянии. Что за хрень такая? Да, и ты в его доме, как бы, ты, получается, если ты сейчас ему что-нибудь сделаешь, он просто вызывает ментов, и тебе все, жопа, то есть ты просто залез к нему домой, например. Ну и так жопа. Ну да. Можно сделать туристическую затычку, как было там в анекдоте, типа про оленя там. Не знаете такой анекдот? Там был такой очень культурный олень, который всех типа имел, и
лесу, там все уже боялись, и там чтобы что-нибудь не сделал. Ну и чувак какой-то там, животное какое-то там себе поставил затычку, и вот такой добрый вечер, хоп, тоже как туристическая такая, можно затычку, если так. А, суть в чем? Вот давайте, хорошая на самом деле тема, каучсерфинг. Почему? Потому что вы экономите на жилье. Если брать формирование бюджетов во время путешествия, то у нас что, перелеты самые дорогие, поэтому для того, чтобы вы экономили на перелетах, вы должны прилететь в одну страну и ходить, путешествовать вокруг этого, например, аэропорта как можно дальше. Например, возьмем Таиланд. Да? Таиланд великолепный город, вообще великолепная страна. В Бангкоке, да, очень круто, что он международный аэропорт. Даже сейчас вы можете спокойно за $200 на него прилететь. И рядом около Бангкока у нас находится Китай, проблема, нужна виза. Белорусам и Таиланд нужна виза. Но все же можно в Камбоджу, в Лаос съездить, в Вьетнам, Малайзия, там, Индонезия. И за счет того, что вы можете объехать этот весь круг, то есть вы сэкономите на перелете. Потому что в основном все перелеты будут занимать типа $100-200. А естественно, если мы берем трансконтинентальные перелеты, то они возрастают уже 300-700 тысяч. Вот сейчас я, например, в Майами лечу за $330. Как бы это довольно дешевый перелет. Но проблема получилась, что я покидывал прошлый свой билет. То есть мне компания купи билет или что-то такое, или аэробилет, она сказала, извините, надо было раньше. Платить, пополнить, при том, что меняются номера паспортов, и в итоге я потерял. Так вот, следующие затраты после перелетов – это, естественно, проживание. Да? Но если, например, путешествуем мы автостопом, тогда мы можем сэкономить, и наш бюджет, да, в перелетах не будет заключен, уже не так упираться, то проживание – это и есть проблема. Да? И вот каучсерфинг – это крутая тема. Рекомендую создавать ее изначально, договориться с какими-то ребятами, которые находятся у вас в других странах, чтобы вы им закинули запросы, они кинули вам запросы, вы просто обменялись этими запросами, получили рейтинг, поставили какие-нибудь отзывы друг друга, и таким образом у вас будет уже набираться балл. Это очень важно, потому что если человек с чистой страницей, скорее всего, как бы, ну, не заинтересует никого. Поэтому если красиво написать, типа, как я пишу, например, я путешественник, там, проехал столько-то стран, там, приехал в ваш город, хочу посмотреть его, типа, можете ли вы меня впустить, и все, и как бы ты приезжаешь. Поэтому желательно, чтобы красиво сделать. То есть изначально, например, мне многие ребята сделали, кидали мне запрос, типа, якобы останавливаются у меня в Беларуси, я кидаю им потом ответку, что прошел день, когда они у меня типа были, что пишу, что чувак там чистый, хороший, аккуратный, все такое. Поэтому очень важно, когда ты выбираешь, то есть ты читаешь файлы, смотришь, какой это чувак, какие у него взгляды. И вот, например, в США это такая тема, как раз там они открыты более, они пишут там, типа, я гей, я люблю там нудистов, я люблю еще такое. И поэтому ты когда сразу делаешь уже выборку, фильтруешь, ты просто смотришь по его интересам и отсеиваешь тех людей, которые опасны, которые могут повредить. У меня был такой случай, это было в Греции. Я ехал автостопом с велосипеда вокруг Черного моря, и в Афинах не было ни одного кауча. И была такая проблема, что мой английский так до сих пор хренов, да, у меня лингвистический кретинизм. И один только чувак, короче, ответил какой-то, ну, с бородкой, ну, чувак, ну, хорошо. Ну, и, короче, я к нему еду, там, 15 км на велосипеде, уже задолбанный, при этом я уже сотню там что-то проехал, да, чтобы добраться до Афин. И захожу, постирал свои вещи, потому что пока на велике ехал, там жарко, все, постирал там шмотки, выхожу на балкон, что-то копаюсь с интернетом, что-то читаю, захожу, а он такой сидит голый. Что за херня, я выхожу, попил водички, выхожу на этот балкон, начинаю смотреть его файл, а я не могу перевести его. Кстати, очень классная штука, вот если, может быть, в телефонах, знаете, вот у меня был Samsung Note, если кто может еще помню старой серии, у него классно есть стилус, и ты можешь всегда выделить любое приложение, текст. Это классная вещь, вот Note 8, Note 9, вообще супер. Тройка снимает. Ну вот, тройка, то есть великолепно. То есть можно во всех приложениях выделить и сразу переводчик, и тогда не надо знания английского языка. Но у меня там не получилось это сделать, пришлось каждый текст, и потом оказалось, что он просто нудист, и даже у него так написано, если вы видите меня голову, то не значит, что у вас будет самый секс. Ну, он даже потом оделся, потому что, видно, ему неудобно было, я не стал снимать. Ну, а я его файл не прочитал, как бы вот, появился, пришел к нему. Так что, ну, это не страшно. Йо-йо, хорошая предыстория. Мы так начнем еще более, ну, как сказать, Максим сказал, что никакой официальщины не будет. Просто мы передадим микрофон. Ну, во-первых, мы рады приветствовать вас в Кислороде. Спасибо, что пришли все. Саратовского клуба, благодаря вот этому человеку, Дмитрий Калитин, он сказал: Леха, ты знаешь, кто такой Макс? Я говорю, вообще не знаю. И слава богу, что, ну, как бы я узнал его. Это очень видно сразу же по некоторым фразам, что крутой чувак, по крайней мере,
минимум. Вот, Дима, спасибо тебе большое. И у нас вот в рамках ораторского клуба, он у нас проходит уже более 4 лет, с этого года будут интересные люди, и открытие у нас производит Максим Витковский. Поаплодируйте ему. Вы многие здесь его знаете, да? Наверное, знаете, все подписано. И у нас будет сперва, ну, часик, может быть, чуть больше, как Макс себя поведет, как вы себя будете вести. Беседа просто, да, тет-а-тет, вопрос-ответ, правильно? Да. Вот. А потом желающие выступят в рамках ораторского клуба уже. Есть же что сказать? Кто вообще был, кроме Беларуси, где-то еще? Ну, тут 10 человек есть, прекрасно, все, выступления будут, отлично, есть что рассказать. И, еще заочно многие люди тебя знают, но ты их нет. Андрей, да, про тебя. Все, мы начинаем. Пожалуйста, микрофон, там просто идет, типа, прямая трансляция в ВК, и так будет лучше слышно, только ради этого. Один-один. Новый амплуа. Никогда не любил караоке. Наверное, потому что голоса нет. Стендап. Да, будем пробовать шутить что-нибудь. Кстати, ну понравилось же, наверное, С геями. С геями, да. Это моя больная тема. Непонятно закончилось, когда ты в баню там тебя привели и. В баню? Ну да, там тишинебельная квартира, там все это. Где-то в большом городе. Да. Не, последний у меня случай был это в Аргентине, как раз таки с каким-то профессором. Кстати, до этого был тоже случай с профессором. Все это. Когда будут вопросы, повторяй их, да, чтобы нас слышно. Договорились. Про баню не скажу, потому что это было точно не в бане. Вот, короче, я приехал к профессору. Это было в Аргентине, небольшой город, не помню уже, как называется, вроде как-то. И вот тоже был такой случай. То есть нормальное как бы место, нормальный классный дом, еще очень. Для Аргентины, мне кажется, богатый такой чувак. И показался тоже какой-то такой извращенец, любитель чего-нибудь такого интересного. Но лучше не париться с этим, надеяться на все самое лучшее, и все будет у вас отлично. Как бы настраиваться на путешествие, привыкнуть с этим микрофоном, не идет разговор. Давайте погнали какую-нибудь интересную тему, чтобы я разогнался. А где ты учился? Вот я сегодня, вот я тут проект. Ага. Где я учился по Яхтенко? Учился у учителя Михаила, учился у учителя Андрея. Короче, я ничего не учил до этого, потому что почитал другие книги, что якобы яхтинг довольно легкая тема, и освоить ее никаких не составляет трудов. Поэтому я просто пошел, купил себе яхту. Почему я покупал яхту, а не пошел, отучился, как, например, многие едут там в Черногорию или в Турцию, там платят, например, от 500 евро до 1500 долларов, чтобы получить шкиперские права. Потому что я решил, что меня могут не впустить в США. А так как лодки одни из самых дешевых в Соединенных Штатах и в Швеции, то так как я был там, я посчитал, что я не буду учить, потому что так мне показалось, что это легко, все просто. В итоге я пошел, купил, потом оказалось, что это немного сложнее. Точнее, как благодаря моему блогу у меня появился такой друг Михаил, которому я оплатил перелет, он прилетел и все, меня начал учить. Но 7 дней не хватило, потому что у нас пришел какой-то шторм, там 2 дня мы стояли на лодке, тупо в марине отсыпались, скажем так, готовили ее к выходу и все. Так что я ничего не учил, не занимался никакими курсами. Может быть, если бы с кем-нибудь так замутить коллаборацию, пойти в то же самое, там, не знаю, Черногория, в Албанию или в Хорватию, где бы поучиться с людьми, было бы интересно, может быть. Но это время, а тратить сейчас уже и деньги, перелеты, как мне хочется. Тем более, что уже я как бы могу сказать, что я типа уже не боюсь этой лодки управлять ни одному. А второй вопрос. Реклама на канале продается. Давай так сформулируем. Зарабатываю ли я на YouTube или нет? Сколько стоит сейчас интеграция в твой блог и твой YouTube? Какие прайсы? Значит, сколько стоит, чтобы я прорекламировал, например, какой-нибудь канал или что-нибудь подобное? Да? $60. Всего лишь $60. Это очень мало, на самом деле, мне кажется. Не месяц, просто в один ролик стоит $60.
Количество просмотров не буду гарантировать, потому что все зависит от темы. Например, я думал, что Байконур выстрелит, но оказалось, вот, например, Улюхи он за 200 набрал, да, мяч 25, он 100. Если брать те же самые какие-то ясные темы, когда вот сейчас, я думаю, по возвращению в США, то если меня впускают, и я возвращаюсь на свою лодку, то, естественно, там, скорее всего, будут просмотры возрасту до 30-40 тысяч, я думаю, что должны быть. Поэтому у меня нет такого, что есть какой-то ролик, который я вставлю, чтобы он там, например, был там 30-40-50 тысяч, да, просмотров. То есть у меня есть просто стоимость, и этот ролик как будет по очереди. Ты можешь сказать, там, типа, ты можешь в субботнюю выставить ролик, и все, я выставляю. То есть, например, компания «Викинги» мне платили 100 долларов, потому что тупо я сказал, ребята, что тут тяжелая какая-то у вас там игра, что-то надо вам столько много требований, и я не хочу столько времени занимать этим все. Но вопрос в том, что в США немножко другое отношение и к деньгам, и к заработкам, да и потом YouTube больше приносил гораздо денег, например, чем реклама. То есть реклама это такая, ну, хорошо, но лучше надеяться на просмотры, то есть они больше дают денег. Но опять же, смотри, как аудитория смотрит. Да. А монтируешь ты как? Сам процесс, ты сам монтируешь, сидишь или есть... Монтирую ли я видео? Да, я монтирую сам. У меня Adobe Premiere, я делаю на своем Mac стареньком, да, монтирую сам. По времени сколько ты занимаешь? Ты снял, например, если не поможешь. Сколько занимает? Хорошо, сколько занимает времени монтаж? Есть ролики, когда... Например, ты снимаешь, так как у меня ролики все в основном ориентированы на жизнь лайв, да, то я их делаю, просто тупо включаю камеру, снимаю, вот как сейчас, например, да, там вот Лили снимает. То есть этот ролик не надо будет фактически монтировать никак. И когда я работал на траках, когда ты на той же лодке, когда ты уже уставший, задолбанный, ты тратишь примерно час. То есть я беру, сразу закидываю все файлы и тупо нарезаю кусочки, соединяю, нет никаких переходов, я не парюсь этим. И выпускаю дальше ролик. Если говорить о конечном продукте, например, как был сейчас вот, у нас космодром, да, Байконур, то там мне чувак помогал, делал этот ролик, то есть я сделал нарезку, то, что я считаю, что должно войти в фильм. Я дал ему, и он уже переходы, сделал изменение цветов, музыку, это все он уже делал. То есть это заняло у него где-то 3-4 дня. То есть если говорим о фильме, который занимает 10-15-20 минут, то... Конечно, он может времени потратить, 2-3 часа, но я человек, наверное, ленивый в этом плане, то есть я не могу долго с мелкими деталями работать, поэтому я... Поэтому я такие ролики жизнь лайв, да, то есть я тупо нарезаю, делаю, вставляю, все. Хоть, например, многие ролики, они имеют начало и конец, то есть есть законченный, скажем, небольшой фильм, но при этом, не знаю, может быть, если изменить, улучшить как-то картинку, было бы что-то получше, приятнее. Вообще, если тоже вернуться опять же к YouTube, и если кто-то будет начинать какой-то свой блог, есть рекомендации. То есть очень простое математическое, скажем, такое действие. У вас есть количество времени, сколько смотрит ролик, да, человек. Ну, как у меня там, например, средняя задержка аудитории там 7-12 минут. То есть от 7 до 12 он плавает. Вот сейчас, например, 7 минут. Поэтому я делаю короче ролики. Это для статистики, для YouTube продвижения-то лучше. Например, когда в США у меня просмотры были по 30, 20, 25, там, 40 тысяч, то ролик я мог вырастить до 20-25 минут, потому что у меня просмотры было по 15 минут. То есть вот за счет этого ты уже и смотришь. Например, замонтируй ролик за 10 минут очень легко, а монтировать ролик 20 минут это такое, очень тяжело. Поэтому, конечно, мелкие ролики проще. Если вот, например, как сейчас у нас будет общение, разговоры, то это сложнее монтаж и дольше, так как тут надо будет ляпы вырезать где-нибудь, слова какие-нибудь, это значит, ты просматриваешь весь. Я большинство своих роликов не видел полностью сам. Вот как бы. То есть я монтирую, так как я монтирую их каждый день или с задержкой там 1-2 дня, но вот у меня на траках было что-то 10 дней, но я помню все разговоры свои, мне не надо их просматривать и не надо вырезать ляпы. То есть я просто беру, вставляю все, нарезаю картинку, убираю финишные там, при нажатии кнопки у камеры, например, Sony, у нас составляет шум. То есть ты его отрезаешь, там пару секунд и все, и вот тебе, пожалуйста, это. Наклепал, вставил, как конвейер, пошел дальше. Я был сейчас задался вопросом, думал, надо же получить удостоверение дайвера, для того, чтобы в дальнейшем потом можно арендовать оборудование, заниматься, опять же, там, ремонтом лодок, что-нибудь такое. И что-то мне ребята сказали, 300 баксов, вроде нормально, но типа 5 дней здесь на занятия, лекции, купание в бассейнах, но потом все равно надо международный выход
типа, куда-то все равно ехать, я думаю, что это какая-то фигня, то есть лучше тогда уже там где-то делать этот документ. Но как бы если нейрояхтингом занимаешься, все же он нужен, мне так кажется. Хорошо, вот давайте, ребята, вот все же, наверное, думают, да, как круто, яхтинг, яхтинг. Тебе не скучно на ней? У меня здесь и белорусский сезон, и канадский сезон, контраст. Но ты же все равно там стоишь. Оно у тебя в Марине? Да. Миша, Марина тоже хорошо уже. Я столкнулся с тем, что яхтинг, как оказалось, для меня довольно нединамичная такая движуха. Если это мы берем спортивный, да, круизинг, яхтинг, как моя лодка Margot S2, получается 11 метров, грубо 36 фит. И со скоростью всего лишь 10 км в час, ну до 12, это, значит, не веселье. Ничего, ты что, там такой двигатель, это надо просто отрезать половину, другую прицепить. Какой-нибудь, ну типа да, то есть океанские волны они не потянут, то есть Меркурий, то есть у тебя, когда волна, двигатель будет подниматься, наша волна глубоко была посажена. Есть свои вопросы. Ну и подвесные делают на маленькие лодки, по крайней мере, там 20 футов, 25, может еще какие-то, если когда ломается. Я даже знаю, вот ребята, есть такой у них YouTube-канал Sailing Uma, вот они тоже там что-то мутили, и даже тузиком надувной лодкой толкали эту лодку. У них 36 футов, но получалось. То есть у них был мотор, что-то там по 5 лошадиных сил, и получалось даже тянуть эту лодку. Ну, то есть это можно как бы так. Давайте дальше. Меня зовут Виталик. Я студент, и у меня такой вопрос, мы всем себя. Слушай, как ты пришел к тому, чтобы вот бросить все, бизнес, жизнь на родине, ну, выйти из зоны комфорта, чтобы путешествовать в дальнейшем? Те же самые случаи с каучсерфингами. Наверняка, когда ты туда ехал, ты вот думал об этом, что если я приеду к какому-нибудь маньяку, насильнику, как выйти из этого состояния, чтобы чувствовать себя более. Наверное, это самый часто задаваемый вопрос, да? Ну да, то есть страхи у нас у всех. Даже вот мне сейчас подумать, вот я 11 уже уезжаю, да, в Москву, и как-то кажется, ну дома так тепло, хорошо, там, ты знаешь все здесь, и у всех есть такие проблемы, то есть выйти из этой зоны комфорта, потому что ты хочешь, не хочешь, а ты как-то так пускаешь в этот момент сразу корни, ты расслабляешься, и ты знаешь, что сзади никто не нападет, ничего не обворует, да, тут сейчас опять какой-то омут. Но отношение становится, изменяется к путешествиям. То есть, вот, например, мы вот с Илюхой даже недавно эту тему разговаривали. Когда ты заходишь к людям куда-нибудь домой, даже по тому же каучсерфингу или по хостелу, ты просто тупо уже там примерно знаешь, там, ну там лежат чашки, ты тупо идешь, даже уже не спрашивай у человека, где, что. То есть настолько такой уровень становится. Обычно вот каучсерфинг, очень, кстати, тема тоже интересная, частая, они просто дают тебе ключ и говорят, все, я пошел на работу. И ты такой, ю-ху, ты один свободный, ходишь, делаешь, что хочешь. И вот когда такая происходит тема, это, кстати, считается, знаете, как вот автостопе. Автостоп круто, когда тебя кормят, поют, еще и спать укладывают. Это вообще крутой автостоп. И вот есть также по уровню каучсерфинга, когда тебя кормят и еще дают ключи, то это все, это великолепно, то есть жизнь удалась. Вот у меня такой, кстати, был момент в Лас-Вегасе, чувак, правда, вот непонятная была у меня ориентация, но как бы ко мне он не лез, и все нормально, то есть мне было уже пофигу. Но он кормил, то есть вопрос, что он мне дал ключи, и он как бы, хочешь в холодильнике, бери все, что хочешь, ешь, делай, туси, сколько хочешь. Кстати, потом даже предлагал работу водителям, он там возит, делает туры. Так вот, как выйти из этой зоны, да? Начнем с того, что я давно путешествую, с самого детства. Прикол в том, что я даже вспоминал недавно эту тему, я даже когда-то хотел убежать от своих родителей, я готовился к побегу. Что-то в 8, наверное, или 9 лет я там собрал рюкзак и уже был готов, купил даже краску, чтобы машину какую-то покрасить. Не знаю, как это, что я хотел сделать, но как-то что-то там собирался. Даже ключик пытался засунуть в один замок машины, чтобы его попробовать открыть. Ну, как в фильмах насмотрелся, наверное, жил такой идеей, что это так все легко провотовировали и все. И я путешествовал довольно много до этого. Я объездил уже было Европу, объездил Россию, Беларусь, ну, Россию чуть-чуть только. Наверное, все же европейскую часть. То есть у меня был опыт в том, что я когда начинал кататься на мотиках с нашими псевдобайкерами, и все ездили на мотофестивали, я также ездил на мотофестивали. Когда мне надоело ездить на одни и те же мотофестивали, делать одно и то же, типа бухать, ехать и по одной и той же дороге, я сказал, давайте ездить куда-нибудь в другое место. Они сказали, нам нужны значки, нам нужны эти планты. Ну все, я развернулся, поехал самостоятельно. Ну, я выделял себе бюджет такой, например, $500 или $300 в месяц. И вот я первый раз поехал за 1500, я полетел в Таиланд, объездил, получается, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам,
Малайзию, Индонезию. И получилось, что я побывал на Бали, потусил, и этого как бы хватило до 1500. Я понял, что я могу так двигать, могу путешествовать, и потом уже страхи и закончились. Теперь сейчас уже разницы нету, куда ты уезжаешь, у меня нету каких-то жестких планов, мне это уже не интересно, мне не надо планировать о том, что я сейчас там, куда-то приеду, что-то, где я буду жить, да мне пофигу, я открою там сайты какие-то, найду все жилье, то есть нет такого, то есть надо просто открыться, быть более свободным, проще, то что в любых странах ты можешь купить какие-то таблетки, ты в любых странах ты можешь купить какую-то одежду, вообще надо не париться, то есть расслабляться, как можно меньше брать вещей, чтобы тебе было проще двигаться с этим рюкзаком, все, и свободно. Так что надо не очковать, надо идти. Тем более, что ты знаешь, что ты в цивилизованных странах, тебя никто там не порежет, не убьет. Тем более, что у тебя будет брать, если так брать. Что там, телефон какой-то, бери вещи те, которые не страшно потерять, и все будет отлично. Потому что в основном у нас проблема в том, что когда у нас появляются гаджеты, да, то есть мы боимся и очкуем, что их потеряем. То есть вот у меня телефон $300 я купил. Ну, мне не так страшно, да, там. Когда, например, мы ехали с Катей по Южной Америке, у него был закосарь телефон. Когда в Боливии ее придушили и попытались ограбить, то, конечно, у нее потери были. Это небольшие траты у тебя? Или за счет каких вообще вещей небольшие траты, где-нибудь позволяешься путешествовать не туда? А я экономный. Представляешь, я просто такой неразбавленный, что я могу есть то, что ем. Смотрите, короче, как выйти из этой ситуации? В первую очередь нам надо понять, что нам, мы не брезгливы, да? То есть, что мы можем доесть за другого человека еду. Вот если ты можешь это сделать, то тебе становится уже легче. То, что ты можешь спать на тех вещах, там, которые будут плохо пахнуть, там, ты можешь не мыться пару дней, тогда твой уровень экономии будет на высоте. То есть у нас был такой момент, что в Шанхае, в Китае, я познакомился с чуваком, который типа попытался путешествовать, хотел автостопом ехать, в итоге он в Шанхае застрял, в Шанхае, и сказал, все, мне надоело, я еду домой. И в итоге мы зашли, что там в Макдональдс, обычно там халявный Wi-Fi, да, все знаете, якобы, да, но это не во всех странах, в Европе вообще, так обязательно должен код быть, как и туалеты, тоже не халявные, тоже должен быть код, надо, значит, что-то купить. Ну и мы так сели за один столик, я там попросил розетку, розеток не было, я там попросил китайку, чтобы она положила телефон, зарядила хотя бы как-то. И мы так сели, лежит, фри осталось, ну, посидели, поели, как бы, ну, то есть, с чего можно начинать изначально, да, то есть, есть еще, конечно, такой один совет, но не рекомендую это делать. Ну, я так делаю. Если не можешь купить, можно украсть. Поэтому ну, в разных странах это могут быть проблема. Есть рекомендации, поэтому если такое будете делать, то это значит не в смысле воровать, да, а просто подъедать и как бы уходить. Поэтому, ну, это возможно. То есть так много кто делает, и если когда это начнете делать, опять же, это не рекомендую, это плохо. Это плохо. Ну, если такое, да, если такая просто жизнь заставит вас, и вам придется что-то делать, как-то выживать, то потом начнете замечать, насколько всяких салфеточек, всяких бумажек, этикеток в магазинах лежат открытые, надкушенные, подпитые. Просто вы это сразу не замечаете, что вы это не делаете. А потом понимаешь, что идешь, и прямо чуть ли не через человека там кто-то живет, что-то. Например, в США это реально очень в первое время помогало, когда я приехал с $800. Кстати, это были последние уже деньги. У меня тогда только еще продавался мотоцикл и все, и как раз я даже не планировал, не рассчитывал, что получится и хватит. И, кстати, опять же, возвращая там вопросу, как выйти из ситуации. Вот смотрите, когда я проехал всю США первый раз на мотоцикле, у меня было при выезде на Мексику 5 косарей, которые мне получилось там заработать. Ну и мотик, естественно, плюс экипировка, вся фигня. И по подсчетам, по расстоянию, преодолению всех сложностей на Южную Америку, у меня получалось, что хватало этих денег ровно на Буэнос-Айрес доехать. То есть дорога только в одну сторону, да. И все, я поехал. В итоге я еще проехал больше, развернулся и прилетел в США, и у меня еще оставалось в итоге даже $3000. То есть я продал мотик за 2000, 1000 я еще сэкономил. То есть да, у меня начал доход от Ютуба, но он был незначительный, там $200-300. Но все равно он начал как бы. И я на него не планировал, не рассчитывал, то есть он просто пришел. Я не знал, что я с Ильей познакомлюсь, который также мне даст подписчиков. При том, что когда мы двигались с Ильей, Илья меня тормозил очень часто, я прям психовал, потому что тупо я понимаю, что у меня бюджет $10-15 в день, а я с Илюхой там застрял в каком-то, он говорит, а давай там почилим в хостеле, ты такой с ним 2-3 дня чилишь, $40 ушло у тебя, а ты не продвинулся ни на капельку. То есть, ну, как бы это и есть свои сложности. Да, без проблем. Таиланд. Первое.
Так, я забыл, что надо повторять вопросы. Топ стран, по моему предположению или взглядам. Значит... И почему? И почему, хорошо. Таиланд, в первую очередь. Это супер-мега-страна. У меня даже была недавняя мечта о том, что я все же доплыву через Тихий океан, приду в Таиланд и там поживу с удовольствием на яхте. Пока отошел я от этой темы, что-то мне океаны уже не горят как-то. Ты, кстати, не хотел через океан? Но есть отдельная история. Круто, вот расскажешь. Я что-то пока не готов. Мне кажется, что это очень скучно. Надо какой-то велосипед доставить, чтобы крутить педали. Ну, это так у меня представили. Может, я ошибаюсь еще. Может, еще не зашел мне этот ясен просто. Так вот, Таиланд, почему он? Во-первых, дешево. Ты можешь прожить легко за $300 в месяц. Мне кажется, это круто. Да? Перелет $200. Рядом ближайшие страны, которые ты можешь посетить, можешь путешествовать, не парясь. О безопасности, ты можешь спать, жить. Вообще, чем классно жаркие страны? Тем, что ты можешь легко переночевать ночью в палатке. Да? То есть все. Я вообще рекомендую гамак. Если это в странах, где очень мало выпадения осадков, и есть возможность повесить гамак, то есть есть какие-то пальмы, все, вешайте лучше гамак и спите в нем. Спина привыкает, не болит никогда, чем, например, отличие от палатки, когда там неправильно положил, что-то не почистил, или продырявил там самодувающийся коврик, который стоит $50. То есть это уже неприятно. Поэтому гамак вообще мега крутая штука. Во-первых, с него очень легко выпрыгнуть. И если кто-то знает, не знает, меня в Ростове-на-Дону обокрали как раз палатки. То есть зафигачили мне туда газы, и все, я не проснулся, меня обчистили. Все нормально. Могли бы даже мотик забрать, кстати. Ключи все у них было в руках. Но оставили, видно было, не надо, что хватило. Поэтому Таиланд, очень крутые люди. Кстати, транса практически там нету, я не видел, по крайней мере. То есть, если ты не целенаправленно едешь туда там, заниматься секс-туризмом, то как бы для этого, наверное, ты не столкнешься, что будет там противно, еще какая-то будет. Вот, Тай, потом, наверное, я бы сказал, что Грузия – это вообще очень легкодоступная страна и мега крутая, крутые очень люди. Я познакомился с автостопом, когда двигался по нас в Турции, и с чуваком в итоге я 5 дней у него жил, он меня потом провез по всей Грузии, повез в Азербайджан, до сих пор мы еще с ним общаемся, то есть крутой мега чувак. И получилось так, что у него там, ну, был при деньгах там, и, ну, я сразу, я стоплю на улице, да, и на дороге. Кто знает, кто там остановится, кто что там подвезет меня. И так повезло, что я там у него этого чувака жил, все, он меня кормил, поел, там, я даже ни копейки не потратил. То есть, и очень, ну, просто дружеские отношения. Кстати, потом прикольно, рок судьбы, он на следующий год словил двух автостопщиц, подвез, и в итоге одна из них стала женой. Так что, может быть, может быть. Ну, и в итоге возможно. Следующая страна – это, наверное, Колумбия. Крутая страна. Белорусам вроде бы нужна виза, не могу ошибаться. Перелет довольно дорогой, где-то баксов будет 500-600 в одну сторону. Может быть, можно за 400 через Бразилию перелететь, там уже доехать. Есть море, то есть залив, есть Тихий океан, можно дешевая еда, проживание, красивые люди, тепло. Есть горы, это тоже очень важно. Вот мое мнение, что 3 страны – это самые те, которые можно поехать. Но лучше вы вообще изначально, если вы ни разу никуда не ездили, не путешествовали, начинайте с Таиланда. Это мега-страна, которая вам понравится. Как раз почувствуйте и хапните весь колорит запахов, еды и всего. Привет, меня зовут Саша, по рабцам работаю. У меня такой момент больше, наверное, по визе. В принципе, уточнил сразу, что у тебя российский паспорт. А больше интересует вопрос, когда ты покупаешь билет туда, на запад, ты тоже сразу покупаешь? То есть это визовый офицер интересует в какой-то степени на въезде в страну? Смотри, у каждой страны, для того, чтобы быть уверен, давай еще раз вопрос, как переформулируем твой. Да, нужен ли обратный билет? Не нужен. В большинстве случаев не нужен. Есть страны, которые, ну, дебил просто, по-другому не могу сказать. Я летел через Колумбию в США, и меня не выпустили. Я там что-то 8 часов сидел, ждал в аэропорту, за час я подхожу к перелету или за 2. Мне говорят, мы вас не пускаем, у вас нет обратного билета в США. Я говорю, так а мне нафига, ну, типа, я там на лодку еду, они, типа, а где ваша лодка? Я говорю, я покупать еду. Нам, типа, не волнует, давай обратный билет, и все. Типа, у нас законы. Мы не впускаем на борт самолета, если у тебя нет обратного билета в США. Как бы я в ахере, там, в итоге я бронирую, пытаюсь его покупать, чтобы не просрать этот билет. Но в итоге мне повезло, все же там 10 или 15 долларов потратил, забронировал тоже колумбийская компания билет и просто выкинул деньги и все. То есть в США не нужен билет обратный.
ты можешь как угодно выехать, там все резонно понимают. Есть некоторые европейские страны, но опять же, если какие-то туры. Ну, в США не надо. Вообще, по США, если у тебя есть виза, все отлично будет. Такой еще вопрос по поводу камеры. Ну, то есть, работа про траки. Можно ли вдвоем там ездить, да? Можно. Можно вдвоем. Мы же... Я сам 2 недели жил, когда был студентом. Ты же ведешь другие тачки, пожалуйста, пусть она прыгает или вы меняете. Не вопрос. Вопрос зачем? Вопрос другой, дадут ли вам двоим визы? То есть есть шанс, что могут ей дать, а тебе не дать, или наоборот. Ну, как вариант. Суть в чем? Смотри, есть на траках, и сразу экономишь на жилье, да, это крутая тема. Плюс это охрененно огромнейшие заработки. Просто для США это просто сами американцы могут удивляться таким ценам, как это можно заработать. При этом они будут не додумываться, чтобы это сделать. То есть я таких встречал людей, удивительные, которые кажутся. Ребята, нахрена вообще в США приехали? Чтобы вы понимали, в США, если ты зарабатываешь $2000, то ты нищий. То есть там как бы прожить на эти деньги, ну, нереально просто. Ну как, я жил на $400-500. То есть на вопрос как? То есть как бомж, как бы спать там и готовить еду в туалет? То есть ну, кому это надо? Если говорить о том, что сколько ты можешь заработать реально, я знаю людей, которые зарабатывали по 8 тысяч в неделю. В месяц, Пофигу. Да, пофигу. Ну, хорошо. Ездишь и все. Вообще, да, не знаю, так мы же вдвоем ездили. То есть я отучил 4 студента, вроде 4, поэтому... Вообще без разницы. В США очень интересная тема. Если ты в нее попал, то главный документ в США – это права. Если они у тебя, если они не просроченные, пофигу, что кто будет. Любому офицеру ты пойдешь, как я ходил в суды, всем насрать. То есть главное, чтобы у тебя были права. При том, что когда я был в суде, когда меня за, если знает, не знает, да, меня штрафовали на $2500 за перевес, да, то, что у меня нету CDL, то есть это профессиональных прав, но это как бы автоматически, если ты с перевесом, у тебя должны быть профессиональные права. Если у тебя недовес, то как бы ты можешь ездить по таким правам. Ну это все как бы так относительно. И судья даже не проверил, никакой вообще человек там в суде не проверил даже документы мои. То есть просто мог любой Вася Пупкин прийти и сказать, я Максим Витковский, все нормально. Всем без разницы, представляешь? То есть настолько всем, ну в США они вообще, ну вы поймите, вот так уровень США, у них даже нету печатей. То есть они, у них нет ничего таких документов сопроводительных, просто вот расслабленные люди. Да, я считаю, что самый простой способ получить США права – это во Флориде. Неважно, Майами, то есть я где-то получал Холландейл там, но проще всего получить – это Флорида. Самые дебильные штаты – это Чикаго, Иллинойс и Нью-Йорк, потому что там бюрократическая система. Там тебе могут дать права, которые будут на 10 тысяч паунтов стоять, тебе надо доучиться. Это, например, Иллинойс сделает. А Флорида дает сразу на 26 тысяч паунтов. Ну, вообще, самый крутой штат, который надо ехать и сразу пытаться, это Вашингтон. Вот. Но не DC, а Вашингтон именно как штат. Там дают сразу на 5 лет права. Это крутая тема. Вот я сейчас задумаюсь об этом, но это где-то примерно полторушку обойдется. Это там как бы так вроде бы и жалко, но с другой стороны, 5 лет это круто. То есть ты фактически можешь 5 лет жить в США. Как бы не можешь, ну и можешь. Ну, может, и не можешь, но... Далеко. Давай. Привет. Привет. Меня зовут Эдуард, я предприниматель. Скажи, пожалуйста, а какая у тебя мотивация была начать свою карьеру путешественника, вот, отправиться, я вот считаю, 60 стран, слушаю тебя, очень интересно, там, ну, ты рассказываешь, живешь как бомж, там, ешь там в туалетах и прочее. Какая мотивация? Что тебя мотивирует или стимулирует? Наверное, сама, знаешь, вот такой термин тут, жизнь – это движение, вот нужно движение. Вот я понимаю, что даже в Беларуси сейчас 2 месяца находившись, ты уже такой расслабленный, не знаешь, что там, чем заняться. Ну, конечно, еще зима в Беларуси тоже не есть, хорошее веселье, да, то снега нету, то
наоборот, холодно, и горок нету. Это, кстати, в яхтах где-то, как обычная тема, говорят, то есть то ветер дует не туда, то сильно сильнее. Вот. Какая мотивация? Наверное, у меня были какие-то планы, надежды, что это все выстрелит. Я экспериментировал, даже изучал тему, чтобы поехать на горячие точки, стать видеооператором. Мне интересна была тема, чтобы вот как бы так щекотало нервы, то, чтобы ты был на уровне постоянно какой-то жизни и смерти. Наверное, путешествие это дает такую возможность. Хоть, например, сейчас понимаешь, что по Южной Америке поехать сейчас, это как бы так. Или, например, поехать сегодня, опять же, по России, это тоже довольно очень просто. Но, наверное, вот эти эксперименты, они дают мотивацию дальше двигаться. Сейчас я вижу это уже как проект в виде заработков. И даже не на самом Ютубе, что есть шанс, что какие-нибудь компании тебя заметят и могут пригласить как ведущих. А это дает уже развитие и другие зарплаты, и прибыли. Плюс спонсорская помощь, она также есть, имеется. И у меня сейчас появился на данный момент даже спонсор. Вот скажи, пожалуйста, это вытекает сразу второй вопрос. Ну, он такой достаточно щекотливый. О каких цифрах идет речь, вот если речь идет про YouTube? Вот ты говорил там, когда поехал в Латинскую Америку, это было $200-300 в месяц, насколько я понимаю, да? Хотя бы порядок от до в рамках там. Смотри, здесь очень просто все высчитывается. Есть сайт даже один, который может вообще может зайти, и он тебе в среднем покажет, сколько зарабатывает ютубер, ну, блогер. И, ну, выйти, скажем, на уровень в $500-600 не так сложно. А выйти на уровень в $10,000, да, это надо уже миллионником быть. То есть, если ты миллион у тебя, то ты можешь зарабатывать до $15,000-20,000. То есть, это серьезный уровень. Но это все зависит от просмотров. То есть, если у тебя аудитория смотрит как минимум, например, там, 3-4-5 миллионов в месяц, то пятерку Сережа гарантированно падает. То есть миллион просмотров – это $1,000. Если тебя смотрят англичане – это $2,000. Все, вот. Если смотрят американцы, у меня заработок больше идет от того, что у меня аудитория идет американская. То есть я зарабатываю именно за это. То есть все, что смотрит сейчас меня Россия, Беларусь, Украина – даже не покрывается то, что смотрит 30% или 20% все еще американского рынка. Тупо потому, что у них реклама в два раза дороже. Спасибо большое. Да легко. От нашей страны зависит. Не зависящая или не бывшая Совок, это не бывшая наша СССР, то, конечно, запахи там сразу тебя бьют и отношения у людей. Вообще, когда по Китаю проехал, я так думал, люди, что вы такие грязные, что это все Китай, этот мусор выкидывают. Вот, например, Индонезия – это просто жопа какая-то там. Не знаю, почему так совпало, но это страна мусульман, и это вообще какой-то бред. То есть он ест, как и в Китае, в Индии. Они все из окна. Вот я ехал на поезде, там, знаете, семейство индусов. У них такой бокс, как у нас. Обычно там еду наложили, там, знаете, они открыли ложечкой в картонке, друг другу наложили, берут руками эти картонки, поели. Не то, что с одной тарелкой бы взяли, каждому передали, поели бы. Нет, у них картоночки положили, потом ложечками это поели, и все, из окна это все. Сидишь, что за херня такая? И вот это все везде. Вот я говорю, вот еще Индонезия такая же фигня. Они пожрали все из окна. И ты как бы вроде бы бали-бали, а там такая мусорка волной распрыгли его. Идешь, плывешь, там все здесь. Гребешь, потерялся, ты вот сторонку опять погреб дальше. Ну, как бы задумываешься, зачем. А Тайван почище, и там все-таки следят. И там, знаете, вот мне нравится еще система, то, что там король, и они там все, ну, по крайней мере, он уже умер, но все же они там ценят его. И вот это отношение людей очень крутое. Ну, не зря, наверное, сейчас ущемляются законы, потому что наши все же пытаются переехать и остаться там жить, хоть это тоже довольно тяжело стало. Ну, возможно. Поэтому Индия это так, на потом. Ну, можно было прокатиться по северной. Непал, вот это крутая тема. Я бы с удовольствием бы на Непал и хотелось бы на подножие Эвереста бы добраться. Далее, вернемся к еще одному вопросу. Это крутая тема, тоже хочу. Сейчас там очень жарко, 30 градусов. Катя едет до сих пор. И молодец, ну, в Австралию. Надо, чтобы туда рулить. Я сейчас паспорт новый получу, можно открывать визу, но яхта. Поэтому ты не можешь туда. Если, конечно, я потом передвину, может, если какой-нибудь Гватемалу, если передвинешь, чтобы там у нас еще стоило $100 аренда. По продаже довольно сложно, то есть надо опускать очень цену, а опускать не хочу. И, соответственно, пока Австралия откладывается. Но хочу. Австралии интересно было бы сделать кружочек, например. Давайте.
Заработки вас не интересуют? Никого? $160 вообще смотри. Это не надо права, это ты можешь в интернете прямо сейчас здесь открыть. Да, да, у США вообще все просто, судя. То есть тупо платят, тебе придут документы. Там единственное надо указать будет адрес, например, твоих знакомых или куда, что придет бумажка. Вот, и все это будет основание. То есть в США в этом плане довольно просто. И ты получаешь и номер, это номер налогоплательщика твоей компании. Ты можешь платить налоги с этого. Мне открывали, поэтому я не занимался, даже честно, и не хотел снять по этому поводу видео, но мне получилось, что там с Любомиром договорились, и все получилось легко и просто. Как, например, продление от визы. Тоже, за счет, кстати, Ютуба это тоже дает возможности, упрощает жизнь. То, что появляются новые ребята, знакомые, которые помогают. И тупо даже советом, и нашлась там женщина, которая занимается продлением визы. И я пришел, она как бы с меня услугу никакие не брала за то, что она сделала. Хоть, например, я знаю, что она вроде берет $150-200 за продление, то есть за оформление документов. Ну, в США, опять же, 100-150, это как бы вроде не так уж и много. То, что ты вроде за один, за два ты заработаешь, поэтому нет смысла тратить на это время свое, ты лучше заплатишь и заработаешь их. Ну, продление стоит, кстати, если кто знает, то вы можете приехать в США, побыть там полгода, под конец за месяц податься на продление, заплатить $400, и вам дадут еще, примерно, полгода. Но потом есть шанс, что могут не впустить. Какой шанс в США всегда есть, что могут не впустить, но все же. Можно остаться, подработать, если кто-то хочет. Еще такой вопрос, что ты можешь порекомендовать? Что порекомендовать, да? Ну, получить визу. Получить потом права, открыть компанию, и все, эти работы, знания небольшие языка должны быть на базовом уровне и набраться терпения. Честно, вот как бы для меня вот возвращение на ту же работу на траках, и ты задумаешься о том, что сейчас придется работать и жить в траке, черт, я бы хотел бы. Огромные деньги, но жить, опять же, вроде как ты живешь в машине, да, и работаешь такая прикольная работа, вроде катаешься, но она очень тяжелая и жесткая работа. Все же 16 часов, когда ты за рулем, и ты 24 часа на траке, это есть вопрос. То есть не жизнь в кайфе, не знаю как. Ну, есть кто любит это, то есть, например, мой друг Ваня, если ему что-то не удалось, ну, он нормально, он говорит, я бы сел на большой трак и с удовольствием бы ездил по США. То есть, как для себя, я понимаю, что я бы никогда не хотел такую работу. То есть, ну, каждому свое. Мне лучше что-нибудь там, пусть будет меньше зарабатывать, но все же больше как-то времени проводить буду с собой. Но вот приехать на 3 месяца, или даже на полгода в США, как, например, если я выиграл бы грин-карту, я бы с удовольствием. Я бы тусил бы, приезжал, подрабатывал, уезжал бы дальше, путешествовать, это нормально. Но как жить в США, я бы так не хотел. Хоть я знаю, например, некоторые тракисты, у меня есть знакомые, которые по пятнашку зарабатывают, и мне свой трак ездят, и семью содержат, все. Но, как бы, надо работать. В США очень много надо работать, чтобы содержать правильно себя. Потому что все-таки страховка, там, как у меня один знакомый сломал ногу, не руку, один сломал ногу, но там ему что-то оценили 25, это Илья, а другой сломал руку, ему оценили $12,000, и он своего кармана заплатил за ремонт руки, поэтому тут, если сломали, что летите домой лучше. Будет дешевле. Ну, давайте, не стесняйтесь. Меня зовут Сергей, я электрик. И ношу фотографии святая, 11-19, так что выиграл фотографии Макса на стриме. Ю-ху! Я, кстати, отправил все уже. Да, Макса, в следующем видео. Вот. Вопрос такой печальный, конечно, но насчет штрафа. У тебя штрафовали за перевес, и будешь ли ты платить 40% до конца? И насчет суда, за выпуск на военной базе, мучить тебя этот вопрос, или ты садишься в лодку и на Карибы? Хороший вопрос. США удивительная страна. В итоге мне отменили этот штраф. И мне не надо теперь идти в суд, все, он аннулирован. Я не озвучивал это ранее, чтобы хейтеров похейтить, пусть кто-то там думает, что будет все плохо. И все нормально. Мне просто сказали, ты свободный чувак, ничего, можешь не приезжать на суд, и просто он аннулирован. Это забавно, то есть ты по телефону это можешь делать. Ну, то есть мы объяснили ситуацию, что я нахожусь уже не за территорией страны, я жду паспорта и могу задержаться, не вернуться. Они сказали, ну ладно, тогда не приходи вообще. Сняли обвинение. Что касательно оплаты еще одного штрафа, да, у меня висит $1000.
И сейчас уже пеняю, вроде рассмотрел, может даже уже и 1100, может быть. Ну, я пока не парюсь, так как надо въехать в США. Если меня впустят, я плачу. Не впустят, ну туда. Какой смысл? Мне еще кредитку дали американцы. Американцы дают еще кредитные карточки, даже если вы турист, так что есть даже кредитка. Правда, маленькая, там на 1000 долларов, но все же, то есть можно еще потом будет что-то вытянуть, как бы им тоже пофигу. Но лучше, конечно, там все же, чтобы они впустили и погасить, и быть возможность, чтобы была возможность еще въезжать. Потому что если, например, они делают депорт, то возможно тебе в дальнейшем не въехать в Австралию, в Канаду и в Англию. Это будет проблемой. Только можно вплывать. Но, как, например, рассказывал Сергей Морозов, одному яхтсмену дали 15 тысяч долларов штраф за то, что он как-то вошел на территорию Австралии, и тот ночью потихоньку смылся с тем расчетом, что больше туда никогда не вернуться. Это тоже надо смотреть. Кстати, вот тоже по теме яхтинга, когда изучал, ну, не изучал Австралию, а была мечта о том, чтобы двинуть, все же, да, переплыть Тихий океан, таким образом как раз закрыть кольцо вокруг Земли. Мне как раз не хватает, чтобы вот как раз через Тихий перелететь на самолете или просто переплыть. Ну, переплыть оказалось довольно проблематично. И вот Австралия оказалась страна очень дорогим въездом, то есть до 4-5 тысяч долларов, чтобы войти в Австралию на лодке. И ты, конечно, задумываешься, за что. То есть там есть документальность, и ты должен ее поднять и обработать антифорингом, иначе тебя не пустят просто. То есть можешь в рай идти около лота, а могут оштрафовать вот как этого чувака, и все, и жопа. Поэтому нет смысла плыть в Австралию. Обычно все уходят на Папуа-Новую Гвинею или так. Центральная Америка, она отличается. Например, Чили, Аргентина — это все жопа, то есть там у них фастфуд. Там как бы нормально не попитаешься, как, например, в США. То есть найти суп — это довольно проблематично. И, например, Перу, та же самая, очень крутая, супер, самая вкусная еда, которую пробовал, это Перу была савичи, обязательно попробуйте, там, сырая рыба. Так, в основном случае, у меня питание нет никаких проблем. То есть, если есть возможность поесть. Кстати, раньше я выбирал, там, все ломался, что это не ем, это ем. Сейчас уже пофигу, если есть, хочется, кушаешь. Если дешево, то можно. Если можешь позволить себе подороже, то пожалуйста. Например, у Ильи Бондаря, у него другое отношение. То есть у него, если есть деньги, то он говорит, я трачу, то есть, как могу. То есть если есть возможность купить дорогую еду, я покупаю дорогую еду. Я, например, нет. Если у меня есть возможность экономить, и я все равно буду экономить, даже если у меня есть деньги. То есть я куплю, пусть не самую дешевую, но, по крайней мере, такой среднего уровня еду. Но у меня нет проблем с желудком, по крайней мере, пока. И я ем все и не парюсь. Пью так же самую местную воду, опять же, тоже не парюсь. То же самое Индии даже пил совместно там с индусами в их чанах, ну, как бы, пофиг. Но есть люди, у которых были проблемы, там есть друзья, которые лежали в больницах, поэтому надо иметь. Я в Боливии один раз за 2 недели просто почистил зубы местной водой, не глотал. Пил 2 недели бутилированную воду, еду, правда, ел местную, один раз просто почистил зубы, нас было 9, 5 из 9. Ну, видишь, кто-то же смог, нормально выдержал. Я отношусь к этому списку, которые 4 остались. А может, я что-то кто-то укусил? Нет? 4. Спали же в одной палатке, вот москиты налетели, получил. У меня был такой случай, когда мы ехали с ребятами автостопом после ретрита в Таиланде, да, если слышали про ретрит, который я был там, типа, медитации, обеда молчания на 7 дней. Так вот, мы там познакомились с ребятами, с ним потом поехали путешествовать, и вот чувак у меня заболел динго. Это лихорадка, и вот мы с ним выехали, разошлись. Мы ехали 4 стопом, довольно было сложно, что-то у нас была Малайзия. И мы решили разделиться по парам. И вот мы их догнали, у нас была точка, где мы встречаемся, и чувак уже все такой, как овощ. Все, температура его прямо берешь под мышки, потому что он не мог ходить. И он вообще такой прямо горячий, кажется, в холодную воду надо его пускать, и все, он 5 дней валялся там с этой температурой под 40, и ничего нельзя сделать, ничего не может, у него нет страховки, и плюс любой врач тебе скажет, просто пей воду, и все, не парься, чувак, все пройдет, может быть. Но там есть определенное количество заболеваний, там что-то 2 или 3 раза ты можешь заболеть, вот лихорадка, и потом может организм уже сдаться. Например, как есть такой путешественник, Коровин, украинец, вот, который погиб, к сожалению, но путешествовал по Африке. Но опять же, есть малярийные страны. Ну, я делал там прививки, там, от желтой лихорадки. Кстати, изначально я это делал
для того, чтобы просто у меня был паспорт, я думал, будут вопросы. В итоге всем было пофигу. То же самое в США, когда я прилетал с Южной Америки, они вообще даже ничего не спросили. А я вот боялся, переживал, даже помню. Делал там копии всяких их, чтобы возить эти бумаги, но в итоге все это пустое, никому это не надо. Вообще, если просто невезучий чувак, ты как бы, ну если ты, знаешь, это вот очень такая простая аналогия, если у тебя здесь какие-то возникают проблемы, то и там, возможно, возникнут проблемы. То есть, если ты здесь падаешь, там ломаешься, ну, значит, ты там можешь упасть, сломаться. Это как поехать, например, отсюда в США и говорить, что вот красиво хочется жить. То есть, если по факту ты неудачник здесь, то есть вероятность, что ты останешься неудачником там, поэтому... Но надо или кардинально менять самого себя. Тогда есть шанс вырваться. Да. Еду ли я на Карибы? Да, еду. На данный момент у меня есть два человека с Америки, которые хотят дойти со мной на Багамы. Чтобы понимал, сеть островов Багамских огромнейшая, там что вроде 700, что-то такое. Но самое интересное мне острова, что по 5 или 6 островов не интересует. Но вчера или позавчера я прокладывал маршрут, и там был такой вопрос, что чтобы делать суточный переход, примерно 40-60 морских миль, это примерно дневной переход, чтобы ночью не заходить на непонятные места, то придется, может, больше островов. Так вот, есть ребята, которые хотят дойти со мной до Багам, может быть, 1-2 острова, и после этого они улетают. Потом опять, может, кто-то там хочет пару человек прилететь. Но опять же, есть вопрос хотеть, да, то есть никто, например... Вот простой критерий, чтобы у тебя были деньги на обратный билет. То есть вопрос, опять же, упирается, самое главное, это в деньги. Почему? Потому что, чтобы ты понимал, на Багамы, например, нельзя прилететь просто так. То есть идет пересадка, ты можешь лететь через Лондон, это очень дорогой билет. Можешь прилететь через Кубу, это $500, потом с Кубы до Багам. И то только до центрального там интернационального аэропорта, это вроде, не помню, как называется, остров, но небольшой. Или же, например, ты можешь Доминикан. Для белорусов, кстати, я не знал, но нужна виза. Доминикан, что-то в районе $100 стоит. Кстати, хочу вас огорчить, ребята, но белорусам, оказывается, всего лишь 49 стран в этом мире. Разрешено без виз. Это очень обидно, мне кажется. Там, к примеру, для россиян 119. Поэтому Карибские острова, практически половина нужна виза для белорусов. И в этом возникает сложность. То есть, вот, например, у меня пока что план, и учитывая бюджет, если я беру людей на борт, то я смогу где-то примерно 5-6 стран посетить. Если я не беру никого, то, возможно, я буду уменьшать количество стран. Так как, например, у нас Багамы — это $300 в чекин, выход бесплатно, Доминикан, например, долларов 150-200, и пошли, каждая страна $200 должна заплатить. То есть, хочешь 5 стран, пожалуйста, касай и готовь, да, грубо там. Хочешь 10 стран, умножай все это на 2. Ну да, я пока что думаю, ну я хочу Багамы, хочу Доминикану, Гаити я заеду просто так, потому что все-таки он примыкает к Доминикане. Хотел бы Ямайку, но буду еще смотреть, стоит или не стоит. Я бы хотел бы еще Колумбию заскочить и Мексику, Канкун. То есть туристические места, которые мне интересны. Например, помню, когда-то мне там ребята писали, мои там подписчики, типа, вот зачем тебе, вышел на дикие какие-то острова. Я думаю, там, вспоминаю, как мы ходили с Ильей, что там там дикому острове делать. Пришел ты один день, там поел тебе кокосы, разжег костер, что там дальше ловить еще. То есть это довольно становится скучно и неоднообразно. Знаешь, это когда ты, ну, много ездишь, ты начинаешь видеть множество красивых мест, и когда ты приезжаешь в другое красивое место, тебе кажется, ну, какое-то это не такое уже красивое место, которое было там красивое место. Из-за этого каждый остров, он становится фактически одним и тем же. То есть пальма, песок. Блин, там нужен шенген, у меня его нету. Вроде как бы там свободный вход, ты можешь все же на яхте войти, но она находится очень далеко. То есть, чтобы потом оттуда вернуться, это примерно надо 600 морских миль преодолеть, чтобы хотя бы дойти до Кубы, может быть, до Мексики, а потом опять же вернуться в США, это еще 400. А это 6 или 7 дней пути в океане, ну, в море там. Это не есть приятно, особенно когда ты там, если будешь один, тем более. То есть, идти сутками — это довольно тяжело. Надо иметь хороший автопилот, надо хорошее иметь оборудование. На данный момент у меня на лодке.
такие довольно сладенькие автопилоты. Кстати, какой автопилот стоит? Ветровой. О, даже ветровой есть. Круто. И электрический, да, есть? Ну, супер. На гидравлике или так? На руле? Не, на руле стоит. На руле стоит. Ну, у меня вот на руле довольно слабенький. А у тебя через ремень или нет? Или ты через шестерен? Вот, у меня через ремень. Ну, есть проблемы, да. У меня вот когда острыми курсами, то если он чуть-чуть прощелкал на волне, крутануло, ее лодку раз, развернуло, и все, опять пошел. Да, но это, кстати, критерий того, что ты говоришь, вот, критерий деньги, второй момент — это навыки, чтобы яхты, потому что, иначе говоря, если ты останешься один возле руля, да, моя рекомендация, то человек будет спать, может как нагрядить, чтобы он потом может надолго застрять в открытой воде. А это надо небольшой тренинг, по крайней мере, рекомендации. Не, конечно, конечно. Мы, кстати, когда переходили, у нас, так, не помню уже, штат это назывался, Делавэр, вот мы переходили, у нас было 130 миль океанского перехода, первым мы вылетели под океан, и мы поставили чувака, моего друга Андрея, как раз-таки он вообще в первый раз вообще на яхте, и он 3 часа стоял. То есть главный критерий, мы сказали, писать, иди в туалет, не за борт, да, то, что ночью уже никто его просто не увидит, не найдет, когда мы спим. И все нормально за штурвалом. У нас повезло, у нас не было смены ветра, поэтому мы просто шли под одним стакселем, вообще проблем не было. Но все же, как бы, автопилот очень нужен и важная тема. Поэтому большие переходы, сразу возникает вопрос, если вдруг он накроется, кто будет стоять за штурвалом. И спать, например, водить лодку, чтобы она дрейфовала, выспаться и потом опять дальше идти, как бы. Есть один из вариантов, но все же это не очень приятно. Чтобы вы понимали, лодка, если хорошее там все, ветер, хорошее течение, опять же, есть автопилот, то она легко идет. Но если она что-то не работает, автопилот, то иногда при хороших волнах, вот у меня лично получалось, что вот и штурвал должен двигать с амплитудой там что-то в метр. И тупо постоянно этот момент ловить, ты представь, 24 часа, и ты не можешь никуда двинуться, даже в туалет сходить, сделать кофе, то есть ты просто будешь так фигачить, фигачить. Заходишь в туалет, ты должен зажать руль, успеть на волне, там, скакануть, что-то прыгнуть, ну, есть свои вопросы. Поэтому очень важно иметь хороший автопилот. Почему это тоже был вопрос? Потому что, когда я посчитал по яхтингу, что по финансам, если нормально подготовить лодку, то где-то примерно надо всадить еще пятерку минимум. А если говорить по океану, то это десятку. Что, опять же, она практически не окупается. Вот я сейчас выставил лодку, было за 25, учитывая, что люди даже ездили, смотрели, но пару человек мне называло там цену 16. Пару человек называло 10, просто там кинули так, на глаз. Я десятку тебе там хочу заберу сейчас. То ты понимаешь, что если вкинуть в нее десятку, то, конечно, ты просто не вернешь. То есть тебе реально этим болеть. Потому что на десятку можно там пойти отучиться на пилота. То есть это уже крутая тема, ты, по крайней мере, уже будешь что-то, к чему-то еще придешь, к новой эволюции. А тут как бы вроде бы ты океан преодолел, но при этом твой, ну да, ты вырастил, может быть, рост, как бы ты знаешь, что ой, я могу там океан преодолеть, но при этом ничего финансового ты как бы не получишь. А тут есть возможность развивать себя в другом направлении, стать шире, кругозор как-то изменить, улучшить себя. Ну, мне кажется, так, не знаю. Может... Ну, то есть даешь чартер? Да, да. Но сами владельцы, это абсолютно разные люди, которые... А страховка есть? Все абсолютно. Видишь, а в США практически половина лодок без страховки. И они не парятся. И когда вот у них какие-то ураганы, там они хватаются за голову, потому что страховка довольно дорогая. И опять же, в каком акватории ты плаваешь? Если мы говорим вот, перейти на Багамы, то есть там уже ценник будет вырасти. В США там можно будет заплатить там за косарь. Поэтому есть мой вопрос. Моя лодка не застрахована, и из-за этого я не могу ее в чартер кому-то сдать. Ну, потому что я понимаю, что просто 23 тысячи. Я потом поговорю. Угу. Хорошо, хорошо. Замутим какой-нибудь бизнес. Попробовать можно, да. Тем более сейчас есть возможность, вакансии. Кстати, мы разговаривали так с Ильей, Купидитас, который, если кто-то знает, смотрели, может быть, ребята, канал тоже нефтеменов, они сейчас вот не решили пойти через Атлантику, вот, например, тот же самый Герман пошел. Что-что? Да, да, они на Тенериф, и они не собираются через Атлантику. То есть Герман ушел уже, вроде бы как.
по крайней мере, видео больше нет, то есть, скорее всего, думаю, идет через океан. И как раз была их тема о том, что брать людей, они собирались делать тоже как туры такие, например, у Германа вроде бы, ну, это как мне человек сказал, что там обошлось океан перейти 1500 евро. То есть на человека они скидывались, он 6 человек привел к себе, то есть фактически 7000 евро, как бы там получилось, ему прилипло. Это как бы неплохо, мне кажется, ну, допустим. В данный момент он деньги взял, но я вижу даже по видео, он и боится плавать. Так это проблема, конечно. Так я вот возьми, я плавал когда с Андреем, вот он 40 дней, да, со мной плавал. И в итоге, ну, отношение у каждого свое. Когда твоя лодка, вот, как я даже ранее говорил в некоторых видео, то есть я бы с удовольствием пошел бы на спортивный яхтинг, куда-нибудь там рванул через Атлантику, пусть даже там по-жесткому такому. Но когда ты понимаешь, это не твоя лодка, когда тебе пофигу, там сломается мачта, кто-то перенапряжет что-нибудь, еще что-нибудь сломает. Потому что есть определенные мелочи, то, например, мы с Андреем как бы разошлись, все равно пару вещей кнутом не сломал. Ну, как бы там это мелочи, но все же, то есть осадок остался, да, ложки нашлись. То это как бы не то, да. Когда кто-то ломает, и потом еще, знаешь, бывает так очень часто, если особенно начинается большое количество, когда мы вдвоем были, тут уже понимаешь, ну, как бы сломал он. Вот. А когда это уже 3 человека, 4, ты уже кто-то сломал, положил, так и было, и все, и пошел дальше. Ну, крутая тема. Слушай, ну да. И сколько депозит? Трешка. Я вот подразумеваю, что можем сломать максимально на 3000 долларов. Uh-huh. Давайте мы их сейчас сложим. Я банк, я владелец, все. Uh-huh. И если мы что-то сломаем, мы там свой маркетинг все вместе зависит. Ну это хорошо, видишь, если страховка, я чтобы покрывал эту камню сплюхнуть, если. И также маленькие франшизы на то, что если ты на неделю вышел, ты можешь маленькую страховку купить на свои мышцы. Купить большую страховку, то тебе что есть. Круто. А если он за борт выпрыгнет, и ты его не найдешь, как это? Ну, человек. Ну, я имею в виду, если случится какой-нибудь ЧП. А дело в том, что это, во-первых, реальность, а во-вторых, фиксация обязательств экипажа. Каждый на свой страх и риск принимает решение. Он должен стартовать для тебя список, что идет с тобой. Он подтверждает все риски, то, что он есть в случае каких-то потерь и невозможности вызвать вертолет, он, соответственно, эти случаи будет вести. Ответственность сам за себя. Но спасение человека вертолета бесплатно. То есть он с аппарацией. Ну, до 500 морских, сколько у него, точка невозврата 400. Да, но тем не менее есть еще и сюда, маршрутная, и старается нужно двигаться. Да. Ну, это тоже одна. Ну, да. Торговых людей. Ну, если он выпадет ночью, вот там вопрос, что ответственность. А привязывать нужно? Ну, понятно, привязывать. Привязался, нет. Дай посмотреть, привязал еще раз. Это у меня был такой как раз момент, когда мы переходили, у меня был, если полный комплект, только для одного человека. Ну, естественно, кто ж, когда ты стоишь за штурвалом, несешь дежурство, то перевесь на эту сбрую на себя. Но ребята отказывались. А ты спрашиваешь, мне все равно, ты, если там, ты сейчас не научишься привязываться, я тебе не возьму. Ну, это правильно. Видишь, это хорошо. Вот у меня был тут мой попутчик Андрей, как раз он сказал мне, я 30 лет хожу по корпусам, я не буду прыгать. Да, таких теряю. Но все же, он такой говорит, у меня есть рука, я буду держаться здесь, я с кокпита не выхожу и все. Кокпит — это центральная часть, где находятся лодки управления. Самое безопасное, кстати, место. Давайте еще какие-то вопросы, а то мы яхтинг уже затеряли, может. Не сейчас. Да, я хорошо продал. Можно было продать еще лучше, но ее туда надо перегнать. А если не пойдет? Это знаешь, вот как туда? Ну вот это и вопрос. Можно в Австралию перегнать и продать, а можно опять же вложить, инвестировать, и она не продастся за эти деньги. А можно сейчас с минимальными вложениями погулять по Карибам и просто опустить стоимость и продать, то есть если каких-то других интересных идей не найдется. И вот сейчас тоже вопрос в том, что инвестировать, например, там 3-4 тысячи мне сейчас придется в любом случае, когда я приеду,
и как бы немножко жалко, потому что они, возможно, на цену никак не повлияют. Вот. То есть фактически лодка, как я купил за 18, она так и есть по 18. То, что я докупаю какие-то бонусы, это просто как бонус, это дополнительно, чтобы обратить внимание на мою лодку. Ну, может быть, я бы и мог продать там за 21, но как бы 21 для меня это уже потеря, плюс можно еще все же с лодки вытянуть в плане там контента и интересов каких-то. Как одному, если бы вот сейчас был вопрос, пошел бы я бы один бы на Карибы, может быть, нет. А так как появились уже некоторые люди, то я сказал бы, да, что... Потому что если вдруг что-то ломается, по крайней мере, то это можно мне подсорвать, мы можем уже двинуть вместе. Но опять же, веселее, просто одному очень скучно. Лично мне очень скучно, я от себя схожу с ума. Приходит его знакомый, там, клиент посольства, и говорит, мне нужна виза. Он говорит, для чего я хочу? Потратить денег. Стоит пачки, говорит, вот это хватит. И трясет, говорит, да, на печать, все, пошел, да. Это хорошая тактика, потому что реально ты как бы доказываешь тем, что у тебя есть бабло, и ты готов тратить. Некоторые ребята мне говорили, прокладывали маршрут, что ты летишь в Лас-Вегас, все, тратить бабки. В США это нормально, поехать на уикенд в Лас-Вегас, потратить деньги. Поэтому мы летим туда для того, чтобы тратить бабки. У нас есть бабки, у нас есть легенда, может быть, купить мотоцикл, проехать по США. Соответственно, у тебя есть деньги. И если у тебя спрашивают, какие вопросы, кто ты, ты должен говорить, я успешный чувак, у меня есть компания, я работаю, у меня есть зарплата, бла-бла-бла, что-нибудь такое. Если очень важная тема, чтобы ты здесь как бы хотел вернуться, что у тебя что-то держит, и ты можешь дополнительно бонусы сказать, что у меня есть девушка, жена моя, ну, мы живем в гражданском браке в США, это нормально, допустимо, и Лен так живет. Поэтому это крутой сдерживающий фактор. Она учится в институте, и через пару месяцев, там, через год она заканчивает институт. Вот я хочу съездить один, попутешествовать по Америке, там, отдохнуть в Майами. Почему бы нет? Я зарабатываю пару тысяч долларов. Я могу себе позволить. Чтобы вы понимали, в Майами можно слетать за 200-300 долларов в одну сторону. То есть, если посчитать, ну, грубо там, $500, скажем, туда-обратно скататься, вот последний билет я купил за 630, ну, я купил за 2 недели. То есть, если за месяц, за 2 покупаешь, то, в принципе, за 500 можно купить. Теперь смотрите, за $500 мы летим в Майами, на другой, во-первых, континент. За 670 долларов вы летите в ту же Турцию отдыхать. То есть, если брать, посчитать то, что вы можете увидеть, то, что вы можете посмотреть, что-то интересное новое, да, то, мне кажется, $700-800 отдать. И, в принципе, там в США за 2-3 недели, если экономно, ну, $300. То есть, фактически, за неделю мы потратим, то есть, 800 или 1000 долларов, но мы увидим другой континент, другой там мир. И, мне кажется, целесообразно лететь в США отдыхать. Поэтому такая же теория и идет у офицера. То есть, он тебя спрашивает, почему? То есть, ты должен доказать, что ты летишь именно отдыхать. Поэтому ты оставляешь свою подругу, потому что нормальное явление, когда парень отдыхает сам, девушка отдыхает сама, это в США, опять же. У них кровати разделены, то есть это тоже нормально, каждый любит по-разному. И главное говорить, что у тебя есть жилье, машина, квартира какая-нибудь, дом, мотоцикл, все что угодно. В итоге, когда я подавался на визу, у меня был на тот момент бизнес-компьютерный клуб, кофейня, но я не мог доказать никак это документально. Я просто в анкете указал, что у меня компания, у меня есть кофейня, я директор, я зарабатываю столько-то, все. Я поставил там печать, это тоже там заполнение анкеты вроде даже никак не надо. Да, у меня была справка, но там не надо это. Там просто достаточно заполнения анкеты, ты указываешь и просто же эту легенду говоришь. Я когда подавался, я сказал что конкретно, что я делаю кругосветное путешествие, поэтому еду на велосипеде по США поеду. Он сказал, сколько тебе надо месяцев? Не знаю, пару месяцев надо. Ну, 4 хватит, наверное, хватит, и все. Да, нам 3 года не визу, поэтому тоже как бы пофиг. Поэтому очень важно, чтобы вы говорили четко, вот можете потренироваться, чтобы с друзьями, чтобы не было никаких косяков, ни перебоев, ни изменений. Тем более, что если написано у вас в анкете, там вы зарабатываете $2000, а сейчас вы говорите, что зарабатываю, ну, примерно 2000, а зарабатываю 1500, то все, конечно, это уже вопрос, то есть ты уже врешь, соответственно, налоги, то есть будешь лишен. Но если вы даже получили отказ, есть такая фишка, и многие мои друзья подавались сразу же в этот вот, прямо через там следующий, возможно, там через неделю, через две шли опять, платили опять же этих $160. То есть, как бы американцы видят, что у тебя есть деньги, то есть ты чувак целеустремленный, ты идешь дальше к этой цели и так далее. Есть кто-то друзья, которые через полгода, типа, или через год подавались опять, им давали отказ, говорили, ну, у вас еще ничего не изменилось, типа, самый банальный такой. Ну, они такие, ладно, еще через полгода. Короче, надо не очковать, надо просто подаваться и
делать? Ну, как бы 160 жалко. Вот вроде для россиян сейчас со следующего года 300 долларов будет, уже неприятно. Не знаю, белорусов изменились или нет. То есть уже неприятно. И как было лайфхак от Игоря, как у него консул спрашивает, типа, чувак, а что ты на Украине не пытался? Он говорит, а я ленивый, типа, до последнего тянул, учитывая, что украинцам на 10 лет, да, виза дается. Он такой, раз, вопрос. Это нельзя было так говорить, надо было сказать, просто не успел, там, хотел, изменился маршрут, решил туда поехать. И так было запланировано. Потом у него спрашивают, а с кем ты живешь? Он говорит, с мамой. И все. Ему дали бумажку и сказали, давай, чувак, что-то изменится у тебя в жизни, приезжай к нам еще. То есть все, значит, ты говорит, вопрос, нельзя никак доказать. Ты не приносишь документы на недвижимость, ты не приносишь чеки на оплаты коммунальных услуг, ты не приносишь выписку, сколько членов семьи прописано в этой квартире. Да? То есть ты ничего не приносишь, это не надо. Все с твоих слов. Поэтому, друзья, вы должны додуматься, сами понять, что вы должны сказать то, что должны они услышать. То есть они должны услышать, что вы полноценная личность, которая может позволить, и вы не едете работать в США. Может, вы на самом деле не едете работать в США, вы едете путешествовать. Я изначально ехал в США, не собирался никак работать. Просто я понял, что можно заработать. И как бы вот так получилось. Интересно, если английская есть виза, она шанс увеличит? А что значит английская? Европейская? Шенген, ты имеешь в виду? Нет, это ну, нет, подождите, это как и не Шенген, там английская виза у нас своя. Да, она отдельно. Может быть, у меня в тот момент, когда я подавался, было 43 страны, и они мне сказали, в анкете написано было, за последних 5 лет укажите страны. И мне что-то было впадло даже писать все страны свои, поэтому я там за последние 5 лет написал там что-то 10 стран, все, этого было достаточно. Он полистал паспорт, я ему ответил на свой вопрос, на его вопрос, и все, сказал, окей, давай, чувак. До свидания. Поэтому просто, ребят, не очкуйте. У меня много ребят, которые говорят, вот так, сейчас подкоплю, подамся на визу. Нет, подавайся сейчас на визу. Все, делай это сейчас. То есть, если как вариант как для заработков, она купится у тебя. Пофигу, сколько ты сейчас тратишь. Вот представь, что это твой бизнес-план. То есть твой проект, ты вкладываешь, инвестируешь деньги в себя, все, неважно. Ни раз не получилось, давай в следующий раз, еще раз подавайся, пока хватит нервов. Это как пойти поиграть в казино. То есть, ну, дерни еще раз, вот, там ручку, ну, когда вдруг выпадет. На второй раз сразу дали ему. Все. То есть он подавался не с изменениями, не ждал, что-то того не поменяется. То есть он сейчас подался и сразу же еще раз подался. И все, он получил визу. Вот в Канаду его не дают. Какой город наиболее благоприятный для первого раза? Штат, Флорида. Лучше всего пока Флорида для меня. Ну почему? Потому что, опять же, тепло, ты можешь там жить, в случае чего, около Walmart, как жил я. Ну и Флорида, она более лайтовая, во-первых, потому что там, опять же, очень много иммигрантов. То есть Чикаго тоже прикольный город, но права там сложно получить. То есть в США очень важно, чтобы получили права. То есть права – это идентификационный документ ваш, все. То есть это документ. У американцев нет загранпаспортов. У 95% населения просто права, и они по ним летают, все. Это самый важный документ. Да. Ну ладно, тебе, только тебе. Сергей зовут, учитель. Максим говорил про три страны, которые понравились, и которые три страны, которые тебе не понравились, и почему. И два места в Беларуси, которые тебе очень понравились. Это второй вопрос. И которые тебе понравились. И третий вопрос, я быстро. Говорил ли тебе кто-нибудь когда-нибудь, что ты в полупрофиль на Сергея Михалкалявича? Я в самом начале говорил. Было, да, тема сегодня. В какие бы страны я бы не поехал? На Гондурас. Вообще отстойная страна просто. Я заплатил что-то 35 долларов за въезд мотоцикла. Думал, нахрена вообще это сделано, могли просто проехать. И название отстойное. Да. То есть на самом деле вот Гондурас это вот соответствовало. То есть это, наверное, топ-1 который, стран, которые я бы не рекомендовал ехать. Я бы сказал, у каждой страны вообще есть шанс. Да? Даже может и у того же Гондураса. Может со стороны на яхтинге был бы Гондурас тоже прикольный. Но вроде как Гаити, говорят, не стоит, да, ехать туда. Но я хочу, но поеду по суше. То есть вот на яхте туда сказали, вообще не стоит заходить. То есть обворуют, снимут все. Ну, я было когда-то сказал, что Перу я бы не хотел бы вернуться. Сейчас я уже скажу, что я бы вернулся. Вот как вот мы тоже про тему Индии. То есть ты когда подходишь, не знаю, это твоя эволюция или развитие, ты просто в какой-то стране сейчас не готов. Я помню, даже был такой канал Goodbye Normals, он тоже очень обсирал Индию, и потом в итоге сказал, что, наверное, просто я был в тот момент не готов. Вот Боливия для меня лично страна, ту, которую я бы сказал, что это только для
посещение гор. Вот, ну, я не увидел ничего такого особенного, то есть высокогорье. И если ты любитель гор, есть в Боливии. Вот, это офигенная, супер крутая страна посещать высокие горы. Если говорить о каких-то других странах, например, ну, вот я был в Азербайджане, который рядом страна. Вроде нормально все страна, но кроме Баку я что-то ничего не увидел там. Там есть у них классные горы еще, я тоже на них погулял, но рядом есть страна Грузия, которая лучше. Просто, опять же, не к тому, что, может, я не изучал, опять же, Грузия, там был всего 4-4 дня, потому что там надо регистрироваться, это тоже меня напрягло, там обязательно ты должен в течение 3 суток зарегистрироваться, иначе ты не сможешь больше там ехать, там у тебя какой-то бан, то есть, ну, это какой-то бред. Кстати, в Казахстане тоже, что 20 дней потом должен регистрироваться. Тоже, мне кажется, это какой-то пережитки прошлых стран, не развивают они в этом плане туризм. И какой-то еще был там вопрос? Белорусские. Кушай лучше. У меня вот с Гродно очень плохая ассоциация, мне там сломали ногу на мотокроссе. Но при этом Гродно довольно красивый город. Если брать так, ну, наверное, в Беларуси у меня нет такого, чтобы какой-то был город такой, который я бы там недолюбливал. Я был везде, всю Белоруссию объездил неоднократно, как по мотофестивалю, так просто, так что закольцевал, скажем, ее со всех сторон. Беларусь нормальная страна. Пока вы не уедете в США, вы не оцените, какие красивые девушки у нас, какие вкусные, какая вкусная еда и вообще общение с людьми, потому что очень важно в той стране, в которой вы живете, это общение, потому что бывает сложность, когда реально вот на языком барьере ты не можешь выговориться. Даже вот там кто-то не говорил, там, типа, классно было бы, если там у меня был бы парень там какой-то, или там девочка была там другой страны, там, или другой нации, то это беда. Культурный обмен он нужен, но не все могут с ним житься.